На Николаево-Криворужском направлении из-за больших потерь в подразделениях вооруженных сил Украины, составляющих основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось. В том числе 72-й механизированный, 58-й и 53-й мотопехотных бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Солидар и Артемовск Донецкой Народной Республики, 1-й танковой бригады в районе населенного пункта Новониколаевка Запорожской области, а также 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника вооруженных сил Украины в 160 мирах Северск Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области. В районах населенных пунктов Червоноселовка, Очеретоватая и Александровка Запорожской области, Владимировка, Кирилловка, Новоандреевка и железнодорожной станции Мандрыкино Донецкой Народной Республики, Любимовка, Крещеновка, Кирова и Томина-Балка Херсонской области, Алисовка Харьковской области, Синьковка...